Уральский городской суд выдал санкцию на арест гражданина Великобритании Бароха Даниэля Альфреда. Как минимум 2 месяца он проведет в следственном изоляторе. Иностранцы обвиняют в том, что он фотографировал обнаженными несовершеннолетних школьниц из Уральска и Атырау. При этом за свои сеансы Барох платил девочкам от 10 до 15 тысяч тенге. Самый младший потерпевший – ученица 6 класса, 12 лет. Педофила задержали в номере гостиницы «Шагала», который служил студией для любителя детской порнографии. Установлено, что гражданин Барух владеет русским языком. При осмотре помещения номера Барух пытался уничтожить ноутбук и флешку путем сожжения микроволновой печи. По данному факту УВД города Уральск возбуждено расследовать уголовные дела по статье 124 части 3 и 273 части 3 пункт Б Уголовного кодекса Республики Казахстан. Установлены и другие несовершеннолетние потерпевшие. Согласно заключению проведенной экспертизы, обнаруженное изображение потерпевшего относится к изображениям порнографического и эротического характера.